Всем привет! За окном отличная погода, на календаре выходные. Время планировать свой досуг. В этом я вам помогу прямо сейчас. Куда сходить в Самаре, чтобы уикенд прошел интересно и продуктивно, расскажу в нашем обзоре. Берем коньки и скорее на лед. В Самаре работают городские катки во всех парках, площадях и на набережной. Небольшие ледовые арены имеются даже во дворах. Отличный вариант активных выходных. В галерее «Виктория» уже сегодня расскажут о российском искусстве 21 века. Лекцию «Кто мы, откуда и куда идем», что изменилось в современном русском искусстве за последние 20 лет, проведет сотрудница Третьяковской галереи Ирина Горлова. В октябре прошлого года в музее «Модерна» открылся клуб, где молодые люди знакомятся с музейной средой города. Современный музей – это место творческой активности молодежи и встречи с искусством. По итогам занятий музей «Модерна» проводит выставки. В воскресенье самарцев приглашают посмотреть некоторые из них. Отличный шанс узнать больше о новых художниках, а может и присоединиться к ним. Послушать современную поэзию или прочесть любимое произведение самому будет работать свободный микрофон. А еще для всех гостей приготовили живой концерт. В воскресенье. Фрунзе 111. Вокал, гитара, флейта под властью опытных музыкантов прозвучат воскресным вечером на Ленинградской 77. Песни будут исполнять на португальском и русском языках. Чем не путешествие? И пределы Самары даже покидать не придется. А если из дома совсем не захочется выходить, то специально для вас мы придумали занятие. Телеканал «Самара Гид» запускает усато-хвостатый флешмоб «Поделись теплом». Ваша кошка обладает уникальными способностями и не иначе? А попугай часами любуется с собой в зеркале и поет серенады? Тогда высылайте видео с вашим домашним питомцем на почту или делитесь им в своих социальных сетях с хэштегом «Поделись теплом с ГИС». Все видеоролики мы разместим на нашем сайте и в социальных сетях, а лучшие покажем в эфире. «Поделись теплом» вместе с телеканалом «Самара ГИС». На этом же все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи! We'll be right back.